Это просто бомба. Это вообще, это моя машина. Вау! What the fuck? Воу! Hey, всем привет, Гарри, сегодня новый день, а значит новый влог. Значит, банан цвет кофты. Вы последний раз видите меня на такси, а последний раз я не на своей ласточке. Уже сегодня я привезу эту ласточку желто-фиолетовую сюда. И мы будем гонять, дрифтить, как в Need for Speed. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Даже кнопочка желтая подписаться, да, вот видите, вот она тоже в цвет банана. Поэтому подписывайтесь, нажимайте ее. У вас не желтая, у вас она такая серая или красная. Вот, так что subscribe to my channel и let's go! Приехали забирать мою машину, я уже ее вижу. Это просто бомба. Просто офигеть. Друзья, ну что, теперь я буду ездить на такой тачке? Это просто невероятно. Это вообще, это моя машина. Она даже не похожа на мою машину. Экзибит нереально круто прокачал мою тачку. Спасибо Экзибиту. На самом деле, спасибо Eclipse Альянс Москва. Заходите к ним в Инстаграм, у них очень крутые тачки. Они делают очень-очень круто. Если вы хотите сделать такую же пленку, обязательно делайте, потому что ожидания просто были не напрасны. И результат, ну, реально, типа, превзошел ожидания. Это очень круто. Просто малышка стала крутой. Теперь, если вы будете видеть эту тачку, вы точно будете знать, что приехал я, и вы всегда будете меня видеть. Посмотрите, как здесь по-новому выглядит Мазда. Диман, что скажешь? Четко. Нормально? В натуре четко. Стал остановить запчасть, которую я недавно случайно разбил, когда съезжал с бордюра. Но на самом деле, блин, реально большое спасибо ребятам. Заходите, если вы хотите прокачать свои тачки, обязательно прокачивайте, потому что это просто нереально. Это очень круто. Ну честно, у меня просто нет слов. Еще раз большое спасибо Eclipse Альянс. Просто нереально. Привет. Спасибо, очень круто. Просто нереально. Уже я прям офигел, да. Это Гэри каждый день. Это Гэри каждый день. Ну что, Гэри, я приехал в дом XLife номер 2, чтобы показать свою новую тачку. Давайте посмотрим, что делают ребята. Позовем. Йоу, народ! Как всегда, гробовая тишина. Йоу! Ребятухи! Идите сюда! Просто бери, не хочу, все вообще. В первую очередь можно объектив сорвать. Йоу, здесь нет. Красава, Диман. Ребят! Идите сюда! Сонное царство, не дом, а сонное царство, просто. Чего все спят? Чего все не работают? Нет, чего все не работают? Я сегодня уже видео снял. Это вся компания ваша? Да. Да. Закрываем, закрываем, идем, идем так. Спускаемся. Идем, идем сюда. Проведу. Интересно. Открываем глаза! Нет, не буду! Честно, я сам удивлен, какой тачили. Это очень реально. Очень красиво, блин. Теперь тебя узнают все просто. Теперь, мне кажется, все подписчики будут сфотографироваться с этой тачкой. Где бы я ее не оставил? Пока никто не видит. Давай я пристегну. Так, где тормоз? Гергаз, это правый, да? Это правый. Сейчас испортим новую машину. Все, давай, Марк, спасибо. Спасибо, ну, стой, Марк. Это задний. Вы помните мою тачку под капотом? Да. Вы помните, когда вот мы туда меняли что-то там? Помните, такое все там черное? Смотрите, под капотом. Да. Помните, такая грязная была? Сейчас да. Она просто мега чистая. Ты как будто новую купил. Да. То есть поменяю диски, поменяю номера на новые. Вот мне кто-то тут это... Гнет, отойди, отойди, не мешай. Вы помните, да? Помните эту ситуацию, да? Автомат, машина. Автомат, машина. Дом, дизайн дома. Трев Ли может дизайн дома сделать, он же архитектор. Сейчас покажу тачку Тревону, он заценит ее. Сейчас мы подснимем ее как-нибудь прикольно в слоумо, коптера. Так что подписывайтесь на канал, если хотите больше тачек, потому что это только первая машина, которую прокачал я и мой друг Экзибит. Совсем скоро я прокачаю еще тачки. Если вы хотите прокачивать тачки, обязательно прокачивайте их, везите мне, я все прокачаю, все как надо. Следующая тачка будет тачка оператора, да? Следующая тачка будет тачка оператора, наклеим на нее логотип XLife, и она будет стоять, потому что она никуда не поедет уже. Ну что, друзья, пока что Маша в Украине, я Маше фотку послал, она, конечно, офигела, вот, но мы покажем сейчас Тревону, посмотрим на его реакцию. Бро, ты хочешь увидеть, что у меня сделал Экзибит? Хочу, хочу. Damn right. Я даже боюсь.
Оу! Экзибит постарался, да? Он постарался. Не, вообще красный. Брат, ты понимаешь, что... Да, я на парковке сегодня стоял. Я стоял сегодня на двух парковках, бро. Видно одну машину со всей парковки. Я хочу диски поменять и номера поменять. Номер, это как будто, знаешь, от старой развалюхи какой-то, видишь? Номер явно не подходит до этажа. Номер поменяй, ну просто такой же, только новый. И тут черным заклею, чтобы пафосно было. И колеса, бро, колеса. Я знаешь, думал, какие, бро? Чтобы она останавливалась, а диск еще крутился. Бро, это уже 2008, да? Это как-то... Ну ладно, тогда не будем. 10 лет назад. Тогда не будем. Тогда, значит, обычный диск поставим, но сюда приклеим спиннер. Да, приклеить это еще хуже бы. Вот еще. Нашего оператора Димы был сегодня... Не, да, покрасить этот фиолетовый, тот желтый. Дима обычно не думает, как говорит свои идеи, знаешь. Когда снимает, смотри. Когда снимает. Смотри, как подошел и еще приблизился. Да, да, да. Не, я думал, что просто белый. Либо белый, либо черный. Просто капитан очевидность. Блин, ну серьезно, белый или черный? Давайте, ребята, теперь снимем пафосные, супер-пафосные кадры. Я знаю, что у каждого из вас, кто меня смотрит, есть цели и мечты, которые вы хотите достичь или осуществить. Машина — это одна из маленьких мечт, которая у меня была. Я всегда хотел прокачать свою тачку, и я это сделал. Спасибо большое ребятам, которые это сделали. Также я всегда, наверное, мечтал жить в доме. Хотя нет, не всегда мечтал, но когда я переехал в него, я понял, что я всегда об этом мечтал. Так что я хочу вам сказать всем вам, всем, кто меня смотрит, спасибо большое, что у меня 1 000 000 подписчиков и больше на канале. Дальше мы будем расти, развиваться, потому что мы должны быть большой-большой семьей, самой-самой крутой на всем YouTube. И знаете, я вам хочу сказать, что нет ничего невозможного. Правильно говорил Трев Ли и Мари Сент в треке «Нет ничего невозможного». Ставьте цели, добивайтесь их, потому что вы самые лучшие, и вы можете достичь всего-всего, что захотите. Нет никаких пределов в этом мире. Нет никаких потолков, нет никаких рамок. Не загоняйте себя. Не слушайте родителей, если они говорят, что то вы что-то не сможете. Вы сможете всегда, и я верю в вас. Я ставил себе цели, я их добиваюсь, и до сих пор добиваюсь, и буду добиваться до конца своих дней, пока я здесь, на этой земле. Так что, Гаррисы, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Спасибо большое всем тем, кто меня смотрит, всем тем, кто меня слушает. И как обычно, очки, пока!